самого раннего утра в Ульяновске началось празднование Дня России. Российские флаги, плакаты, море шаров и цветов придавали городу особое праздничное настроение. Погода тоже радовала ярким солнцем. Мы видим, что очень много народа сегодня, это очень радует. Хорошая погода тоже очень радует. Ну, всем желаю хорошего настроения, хорошего праздника. На площади столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина была показана программа «Гордость моя Россия». Она началась с торжественного шествия казачьих коллективов межрегионального фестиваля «12 жемчужин». В этом году на фестиваль съехалось рекордное количество участников – 230 артистов из 16 регионов нашей страны и стран СНГ. Некоторые из них приехали на фестиваль не в первый раз. Мы приезжаем уже 7-й год здесь, да. На 8-м фестивале вот нас пригласили, мы опять здесь. Очень рады, потому что вчера мы по поселкам съездили. Нам очень здесь нравится. И вообще весь фестиваль, мы в него давно влюблены. И ваш город тоже. Даже он молодежь собирается, говорит, мы хотим здесь остаться. С Днем России! Доброго здоровья всем! Спасибо. Спасибо. На площади столетия Ленина гостей приветствовали участники барабанного шоу «Пляска седьмого неба», после чего барабанщики разных культур буквально слились в едином ритме. Далее казачьи коллективы заняли место около главной сцены. Колокольный звон заполонил всю площадь. Мы счастливы видеть на главном празднике нашей страны, в Ульяновске, россиян и гостей из других государств. И мы хотим, чтобы мир всегда царил везде и в душе каждого из нас. Перед тем, как перейти к торжественной части программы «Театр танца 21 век» и ансамбль танца «Счастливое детство» исполнили танец. Все равно то уж не так, это мало, мы напишем еще компоналы. Сотни строк ждут великих талантов, будет падать звезда для поэта. Закружись, молодая планета, вихрь бодрого доброго танца. Далее от всех ульяновцев были возложены корзины цветов к памятнику Ленина, Богдану Хитрову, Ивану Гончарову и к памятнику Героя современной России Дмитрию Разумовскому. Кульминацией праздника стало торжественное поднятие российского флага напротив Ленинского мемориала. Российский триколор пронесли лучшие школьники Ульяновска и выдающиеся жители региона. Под звуки российского гимна флаг был поднят, после чего прозвучали залпы артиллерийского салюта. С главной праздничной сцены области ульяновцев и гостей города с Днем России поздравил губернатор Сергей Морозов. Мы называем Россию прекрасным созвездием на мировом небосклоне, самым ярким соцветием в букете современных государств. Это наше бесценное достояние, обладающее великим прошлым, прекрасным настоящим и, несомненно, замечательным будущим. С Днем Великой России! После поздравления официальных лиц области и города состоялось вручение паспортов гражданина Российской Федерации 12 учащимся общеобразовательных школ Ульяновска, лучшим из лучших, победителям соревнований, олимпиад, активистам, волонтерам. Прямо со сцены они дали торжественную клятву. Обязуюсь хранить традиции. Обязуюсь хранить традиции. Мир и единство. Мир и единство. Отстаивать честь и независимость Российской Федерации. Отстаивать честь и независимость Российской Федерации. Клянусь. Клянусь. В этот же день на площади Ленина, напротив здания правительства, в 13-й раз стартовала региональная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Сергей Морозов вручил 10 будущим первоклассникам сертификаты на приобретение школьной формы и наборы канцелярских товаров будущим первоклассникам из многодетных семей. Как рассказали организаторы, в этом году было принято решение увеличить охват детей.
Теперь помощь будет оказываться не только первоклассникам, но и тем, кто пошел в 10 и 11 класс. Поддержка будет оказана более чем 20 тысячам детей. Выступления лучших творческих коллективов Ульяновской области и ансамбля с острова Тайвань «Формоза» продолжила программу на главной сцене области. В этот день работало множество развлекательных и тематических площадок. Прямо на площади столетия со дня рождения Ленина в зеленой зоне расположился казачий курень. Здесь кузнецы показывали свое мастерство, а сами казаки демонстрировали свое искусство владения мечами. На территории эспланады на площадке «Мое пионерское детство» можно было познакомиться с символами и традициями пионерской организации. Праздник продолжался до позднего вечера и завершился праздничным фейерверком. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».